Падманам зарабіў амаль 6 тысяч рублёў і ў якасці бонусу атрымаў 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такое пакаранне панясе 33-гадовы жыхар Бераставіцкага раёна за продаж выйгрышу ў латарэі. Дарэчы, за махлярства мужчына ўжо неаднаразова быў асуджаны, аднак ніякіх высноў для сябе відавочна не зрабіў. Согласно материалам дела, обвиняемый с июля по ноябрь 2023 года путем обмана под предлогом продажи выигрышных схем в лотерее, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, похитил денежные средства 55 граждан на общую сумму около 6 тысяч белорусских рублей, привезенные потерпевшими на его карт-счет. С учетом представленных государственным обвинительным доказательств, суд Бериставицкого района признал обвиняемого виновным в завладении имуществом путем обмана, мошенничестве, совершенном повторно. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием его в исправительной колонии в условиях строгого режима. В пользу потерпевших судом взыскан причиненный им материальный ущерб.